Несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил печальные новости о российской певице Юлии Савичевой. Двухнедельная туристическая поездка в Египет не предвещала 35-летней артистке и ее мужу Александру ничего плохого. Стало известно, что участница телепроекта «Фабрика звезд» Юлия Савичева и ее муж Александр, на постоянной основе живущие в Португалии, поехали на 2 недели в Египет. Юлия Станиславовна оставляла восторженные посты в социальных сетях о замечательном отдыхе. Однако, как оказалось, туристическая поездка обернулась настоящей трагедией. Супруги много времени проводили около реки Нил и, вернувшись домой, сильно пожалели об этом. Как в своем социальном аккаунте рассказывала Юлия Савичева, вернувшись домой в Португалию, ночью она неожиданно услышала жужжание комаров. «Я была просто в шоке. У нас маленькая дочь, и дома никогда не водилось таких насекомых». Однако загадка случившегося пришла весьма неожиданно. Когда Юля вместе с супругом уезжали из Египта, они не обратили внимания, что в сумке вместе с вещами попали и личинки комаров. Комары – это самое страшное, что есть в Египте. Они являются переносчиками опаснейшего заболевания – лихорадка Западного Нила. Лихорадка Западного Нила – это острое инфекционное заболевание, которое распространено в Египте и Западной Африке. Самая главная опасность лихорадки Западного Нила – это летальный исход, если вовремя не начать лечение. Стало известно, что у Юлии, ее супруга и дочери спустя время стали появляться симптомы общей интоксикации, сыпь и высокая температура. К сожалению, артистка не сразу обратилась к врачам, и лечение начато было с опозданием. На данный момент муж артистки вместе с дочерью находится в одной из больниц Португалии. Состояние здоровья оценивается как тяжелое. Сама российская певица тоже находится в больнице, но чувствует себя лучше, чем ее родные. Юлия Станиславовна оставила пост в социальных сетях, в котором зареклась отдыхать за границей и в будущем планирует отдых только в России или Португалии. Однако певица явно спешит с планами, так как состояние здоровья ее родных остается тяжелым.